Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасча кепасинду бевач, патитананг павуне бхавишнавибхьо намо намах, мукхам кароти вачаланг пангунг ланхайтигрим, яткипатамаханг ванде парамананандамадавам, бриндавай тусидеввай пиявай кешвасвача, Шна бхакти паде деви саттваттвай намо намах. Нараяна намаскритта нарам чайва нароттамам. Девим сарасватим вясам тато йо мудире. Санкиртане кришна катхопадеше. Гаурия патрасья пракасанеча. Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варуну Дхейям Сада Парибхавагна Вавиштадухам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатвихам Панатапал Бхавадипутам Панте Махапурушате Чаранаравиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Бисфуриджита Кимапикабхавадушва Дарши Пурнану Рагараса Сагара Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Шанкиртаной Капитару Камала Ятакшу Вишам Бару Диджабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам. Сура сурайр бандито дивья рупам Бхуктинча муктинча дадасинитам Бхаванурупена саданаранам Ганга таранга рамания джата калабам Гаури нирантара вибуши добам бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхажавишанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасвача Вакшаси Джасвясте Хидай Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе.
Нахам иджа прияти бьям тапасопасаминава тушьям сарабхутатма гуру суссасаяята. Нахам иджа прияти бьям тапасопасаминава тушьям сарабхутатма гуру суссасаяята. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Парамахамса Джагадгуру told, nothing more auspicious than Guru Seva. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что нет ничего более благоприятного, чем Гуру Сева. И с помощью служения Гуру Падпадме мы можем обрести абсолютное благо в нашей жизни. Нет никакого другого пути, более надежного пути. Все наши усилия в совершении баджана тем или иным образом, наши пожертвования, обхождение святых мест, совершение экадаши, повторение святых имен, оно не может дать столь совершенный результат, как Гуру Сева. Если вы успешны в том, чтобы совершать Садгуру Севу подлинным образом, если Гуру Падма будет доволен вами, это наивысший успех в вашей жизни, нет ничего иного. И суть в том, что обычные люди, те, кто обычные люди, или и так называемые преданные, обычные люди, как бы, пойдет, но и так называемые преданные, они все хотят быть под контролем майи. Я имею в виду, они хотят быть под контролем своего беспокойного ума. Это значит, что они хотят быть под контролем майи все, кто нет. Я не могу сказать что-то иное, но те, кто очень разумны, разумны, значит, те, кто понимает, что жизнь очень, жизнь, она не постоянна, не вечна, достаточно короткое время находимся в этом материальном мире, и когда мы оставим этот мир, это тело, мы не знаем. И вот подлинные преданные всегда хотят действовать под руководством божественного провидения, и поэтому они всегда хотят быть под контролем гуру и вайшнавов. Но в этом мире есть гуру вайшнавы, те, кто заботится о нас. И те, кто по-настоящему разумно, они хотят быть под контролем божественного провидения, они не хотят жить какой-то своей материальной жизнью. Но можно также видеть, что все стремятся к какой-то свободе, к какой-то независимости. Если вы спросите кого-то, никто не может сказать, что он хочет быть под контролем, чем-то контролем. Каждый может сказать, что мы хотим независимости. Даже животное, птица. Что говорить о людях? Если птицу поместить в клетку, она всегда хочет улететь с этой клетки. Каждый хочет свободы и независимости. Каждый, значит, все души, находящиеся в этом мире, они все стремятся к какой-то независимости. В подлинном смысле, в сварупе дживы есть такая независимость. Есть вечная такая свобода, и поэтому, естественно, все хотят наслаждаться какой-то независимостью. Никто не хочет умирать. Почему? Поскольку в нашей душе нет никакого вопроса смерти. Если кто-то спросит, почему люди не хотят умирать, почему никто не хочет умирать,
И мой вопрос в том, поскольку чувство смерти нету в сварупе души. Они только меняют свое тело, и поэтому в сварупе души заложено бессмертие, и поэтому такие души, они, даже находясь в материальном теле, они не хотят умирать. И вот так же в сварупе дживы есть независимость. Что это значит? Кто-то думает, что такая свобода и независимость. Что можно делать все, что мы захотим. Многие понимают независимость под таким словом. Чтобы действовать как захочется, без чего-либо контроля. И вот на Бенгале есть такая пословица. Так, такие слова, что все хотят быть независимыми, свободными, но кто понимает подлинный смысл этих слов? В этом материальном мире в этом мире, в этой цивилизации, какого значения этой свободы, независимости? Вот один американский президент дал прекрасное объяснение, что свобода и независимость. То есть он дал такое прекрасное определение свободы и независимости, что это стремление к общей цели, при этом, чтобы никого не задеть, не обидеть, но при этом отстаивание собственных прав для общего блага, чтобы наши общие ценности были защищены, и все наши цели были достигнуты. То есть он здесь описывает независимость такую общую, чтобы, при том, чтобы никто не страдал от этой независимости. Как вот можно наблюдать, иногда видеть, что у кого-то там родители болеют, а тут соседи привезли колонки, он твой дед такой, часто бывает, что и включили музыку, что стекла выбивает такую максимальную громкость. И вот они думают, что их свобода, это независимость, это включать такую музыку на полную громкость в любое время. Но с другой стороны, эти мешают. Или если кто-то курит, то можно попросить не курить, но ну, как бы человек свободный и независимый может игнорировать просьбу такую. Но поэтому эта свобода и независимость, она должна быть так, не мешать свободе и независимости других. И не ущемлять чужие интересы. But actual meaning, as per this material standard, I told you, you have to curtail on your fanciful attitude, so that nobody can feel disturbance. You know, nobody can feel disturbance for you now. You should be very mutual. And final
Но подлинное значение, такое духовное значение независимости — это избавиться от влияния майя. Когда майя не беспокоит вас больше, вы свободны от ее влияния, достигли такой свободы, независимости от майя. И это также значит быть под контролем Гуру и Вайшнавов, когда мы достигаем вечного духовного мира, то там также мы хотим быть под контролем нашей Гуру Варги, она вечно присутствует там. Наша Анугатия, вечная Анугатия, не то, что сегодня-завтра, когда-то потом будем делать, нет. Даже когда мы достигнем вечного мира, там мы будем служить Бхагавану под руководством Гуру Вечного в Рубе Санатана Госвами и всей нашей Гуру Варги. Это зовется подлинной свободой. То, что у нас будет возможность служить Бхагавану всем сердцем. Бхагавану всем сердцем. И вот та шлока, с которой начал, она из темы Судама Випри, с Бхагаватом. Бхагаван говорит Судама Випри. И вот в этой шлоке говорится, что я не чувствую так столько удовлетворения, как я мог бы обрести, совершая Гуру Севу, поклонением. Следую дарме домохозяина. Следуя варнашам дхарме или совершая аскезы. Но больше всего я доволен Гурусевой. И Кришна говорит, что столько удовлетворения, сколько я получаю от Гуру Севы, ничто не может сравниться с Гуру Севы. И вот Гуру Сева — это лучшее, это наивысшее, ничто не может сравниться с Гуру Севой. Гуру Сева. У нас есть какое-то обычное понимание Гуру Севы. Кто-то думает, что Гуру Сева — это готовить для Гурудева, или стирать одежду Гурудева, или убирать комнату, или еще что-то делать. Вот у людей такое простое понимание Гуру Севы. Большинство людей думают, что Гуру Сева — это то, такое простое физическое служение, которое нужно, это и есть Гуру Сева, это такое очень общее начальное понимание. Но подлинное Гуру Сева — это исполнение указаний Гурудева. By this seva, Gurudev is feeling satisfaction, no, no.
Но доволен ли Гурудев таким служением? Если вы по-настоящему разумны на пути баджана, вы должны подумать об этом. Если я думаю, что кто-то вот собирает деньги, пожертвования, но доволен ли Гурудев такой деятельностью? Гурудев никогда не испытывает какого-то недостатка в деньгах или еще в чем-то. Но такие люди не знают, что хочет сердце Гурудева. Иногда можно видеть, какие-то люди красиво говорят. Или красиво пишут и думают, что Гурудев доволен ими, но они не знают. О сердце Гурупадпадмы. Вчера говорил. И вот очень сложно понять сердце Гуру Вишнава, когда, где и как, что делать, чтобы они были довольны. И вот, если я буду объяснять Гуру Севу, если попытаюсь объяснить, что такое Гуру Сева, то я должен сказать то, что исполнять указания Гурупадпадмы точно. Это и есть Гуру Сева, чтобы Гурудев был полностью доволен нами. Гурудев не приказывает нам что-то делать. Мы совершаем служение добровольно. Но когда Гурудев дает какое-то наставление кому-то, и он успешен в том, чтобы исполнить это очень хорошо. И в подлинном смысле значение Гуру Севы значит исполнять указания Гурупадпадмы, делать что-то для Гурудева. Это такое общее определение значения Гуру Севы. Но внутреннее значение это совершенным образом исполнять указания Гурупадпадмы, это зовется Гуру Сева. Если вы смогли исполнить указания Гурупадпадмы, то будьте уверены, вы обретете его милость. Даже иногда Гурупадпадма, он не дает какие-то наставления. Но если ваше сердце находится в гармонии с Гурупадпадмой, он может не давать какое-то указание вам внешне, но если ваше сердце находится в гармонии с Гурупадпадмой, если вы поймете сердце Гурупадпадмы, то вы сделаете то, что он хочет. И вот первая категория могут делать какое-то плоское служение. Да, обычно. Вторая категория — те, кто могут делать что-то по указанию Гурупадпадмы, исполнять его наставление. А третья категория — это лучшие саваки, которые мне нужно, Гурудеву даже не нужно говорить, что делать. Они понимают, что хочет Гурудев от них, и делают это. Я могу привести один пример, и тогда вы поймете. Во времена Шри Чайтаньи Махапрабху царь Пратапарудра
великий преданный Шри Чайтанья Махапрабху. Он хотел служить Шри Чайтанья Махапрабху всем сердцем и душой. Он посвящал все для служения Шри Чайтанья Махапрабху, даже свое царство. Он тоже посвятил это Шри Чайтанья Махапрабху, как Юдхиштхира Махарадж, все свое царство он посвятил Кришне. Мы не можем даже представить, как это возможно. Юдхиштхира Махарадж посвятил все свое царство Кришне. И вот сейчас царь Пратапаруда, он дал наставление своему слуге, то, что завтра день Гундича Мандира, Манджана, и все, что нужно для Махапрабху, вы должны сделать, и все Радхаятра, это мое наставление, все, что Махапрабху хочет сделать, вы должны помогать ему. И даже если Махапрабху не спрашивает, например, Махапрабху, если человек не просит, но вы должны понять, что ему надо и сделать. И вот царь Пратапаруда сказал своим слугам, будьте осторожны. А когда Махапрабху, если даже ничего не просят, но вы понимаете, что ему что-то нужно, вы должны сделать это. И иногда случается, как, например, в случае с Сиддхартхой Госвами Махараджем, или с Винодой, или с Шрилой Мадхавой Госвами Махараджем, даже не спрашивая. Без каких-либо наставлений они совершают такое служение, что они обретают полную гуру крипу. Даже Шрила Прабхупада не спрашивал. И вот в соответствии с ситуацией они делают то, что нужно ради Гурудева, как Куреш. Рамануджачарья никогда не давал никаких наставлений ему. Пытайтесь понять несколько примеров, я приведу. Рамануджачарья никогда не давал никаких наставлений относительно того, чтобы он его защищал. Но Куреш подумал, что это необходимо, чтобы переодеться в одежду Гурупад Падме и пойти к Кримиканте, одевшись в одежду Гурудева, кто это ему говорил. Рамануджачарья никогда не говорил такого. И когда в Гималаях, вот в этой Сарадапите, когда они забрали Бадайан Башу, Рамануджачарья хотел ее прочесть, чтобы написать комментарий на ее основе, они пошли тот храм, им сказали, что никакой Бадайан Баши нет, идите отсюда. Но они попросились переночевать, но их пустили. И как потом Нарисимхадев явился. Ну, благословил. Где вы? Вот ваша Бадайан Баши, берите, идите. Сам Нарисимхадев дал им Бадайан Баши. И вот потом они ушли, потом пропажу обнаружили, послали за них четырех разбойников. И вот они как-то нагнали их. Там дорога одна была,
вариантов куда-то отойти, свернуть не было, поэтому их вскоре догнали. Но семь дней прошло, между прочим, пока нет, пока их нагнали. И вот эти разбойники забрали Бодхенбашу у них. И вот. И вот после того, как они забрали Бодхенбашу, Рамануджачарья расстроился. Я хотел изучить эту Бодхенбашу и написать Шрибашу на ее основе. И Куреш сказал: «О, Гурудев, не беспокойтесь». Я запомнил все, как-то успел, читал ночью и запомнил. И могу написать все по памяти, в полной точности. И вот мой вопрос в том, смотрите, Рамануджачарья просил Куреша читать и запомнить всю эту книгу. Нет, он никогда такого не говорил, но Куреш сделал то, что нужно. И такая сева, она великолепна. Рамануджачарья, он буквально продал себя своему ученику Курешу. Он был восхищен им. И вынужден был сказать, что Куреш не отличен от него. Разве это не так? Что подлинный ученик становится неотличным от своего гуру. И также в их сампрадае. Говорится то, что Рамануджачарья – это Лакшман аватар. Лакшман амша, Куреш Рама амша. Вот в их сампрадае они говорят так. И вот они говорят, что Рамануджачарья – он Лакшман деши. Рам Ануджа. Вот то, что это объясняет его имя, как Рам Ануджа. А Куреш Рам Амша. То есть, и вот вся проповедь, которая совершалась с Госвами Махараджем, Бон Махараджем. Все это происходило по милости Шрилы Прабхупады. Они никогда не думали, что они проповедуют. Они думали, что все происходит по воле Шрилы Прабхупады. Это должно быть таково, должно быть настроение подлинного ученика. И что же это, даже после совершения огромного количества служения, если мы не находим ни капли ложного эго в сердце такого ученика, даже после того, когда он совершил огромное количество служения, это признак того, что он подлинный гуру севак. И Шрила Бхактивинода Тхакур Бхаджан Рахаси пишет на Бенгале: и хотя они украшены различными качествами, но у них нет желания какой-то славе, даже запаха желания обретения славы у них нет. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: и вот можно видеть, что в Матхе, если какой-то ученик, он лучше всех, он, тем не менее, если это подлинный ученик Садшиши, то он не гордится своим положением.
и это зовется Гуру Севак. И Гуру Сева, и такая Гуру Сева на этой земле практически невозможно. Она очень редка. Кто не получив прямых наставлений от Гурупад Падмы, чувство вдохновения совершить какую-то севу, Гурудев вдохновляет его в сердце, и он делает это. И таким образом наша Гурварга, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шридхардев Госвами Махарадж, Бондев Госвами Махарадж, Госвами Махарадж, Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж, такие, они все такие возвышенные, преданные, очень знаменитые. Знаменитые, значит, они лучшие из гуру севаков. И вот он, Бхакти Маюк Бхагават Госвами Махарадж. Вчера я говорил, возможно, вы не знаете о нем. Но сегодня я говорю, что вчера вот Махарадж говорил, возможно, у вас нет никакого знания о нем. А сейчас я могу сказать, что точно нет. Но мы должны узнать его славу, чтобы прогрессировать на пути нашего баджана. И вот его зовут Бхакти Маюк Бхагават Госвами Махарадж. Я хочу рассказать о его славе. И вот Бхакти Маюк Бхагават Госвами Махарадж, он родился в Экачакре. Экачакра Грам. Там рядом с Экачакрой. И вот я был там достаточно давно, лет 16 назад. Вот Махарадж один раз там был и посетил то место. Практически Экачакра, но деревня другая. Экачакра Дама. Все же. А деревня называется Шрипур или Чинпари. Это очень, ну, достаточно богатая деревня. И вот там была одна семья, отца звали Рам Шанкар Мукхопадьяй Мукхерджи. Рам Шанкар Мукхерджи, его звали. Рам Шанкар Мукхерджи. Он был могущественным браманом, и вот он женился на одной женщине, девушке. Камини Деви, как-то так ее звали. Она происходила из знатной семьи, но что в итоге случилось? И вот они оставили свою семейную жизнь. Рам Шанкар Мукхерджи Мукхопадьяй. Вот он женился на ней. Жил семейной жизнью какое-то время, и тем временем он подумал, что нужно построить Шива Мандир должным образом, чтобы каждый мог обрести благо, поклоняясь Шиве. И вот то время, когда он основал этот Шив Мандир, и вот и вот через год после того, как этот храм был основан, ну,
них родился ребенок, мальчик. Когда он родился, он был подобен, очень прекрасен был. И вот он выглядел как преданный, у него были признаки преданного, и так иначе Рама Шанкара Мукхопадья, отец, он подумал. Что по милости Шанкара Бхагавана я обрел этого ребенка, и он назвал своего ребенка Шанкарлал. Шанкарлал Мукхопадьяй. Бхагават Маюк Бхагават Гасвами Махарадж, вот его предыдущее имя было таково. Ребенок очень удивительный. И вот он рос, его интуиция, ум, разум, все показывало, что он саду. Когда ему было в детском возрасте, он не ел ни остатков ничьей пищи, даже если кто-то давал. В общем, он следовал вайшнава этикету, не доедал за кем попало остатки их еды, не прикасался к их постели, одежде и прочим, не прикасался ни к чему. И вот не ел на виду всех, кто это ему сказал, естественно, следовал такому вайшнавскому этикету. И вот когда он получил образование, прошел в школу какую-то, там получил образование в школьной деревне, в начальной школе, но все учителя. И вот среди всех этих детей в школе он был, много там детей было, но он был выдающейся личностью. И вот его учителя уважали, этот директор школы тоже уважал, приглашал периодически к себе домой. Там кормили сладостями, угощали его. Вот Бабджи Машка в школе учился, тоже их директор шутил с ним. И насчет его голоса, потому что он был очень мощный голос, и вот этот директор подшучивал. И вот, в общем, этот Махарадж закончил учиться в этой начальной школе, потом в среднюю школу пошел. Now, at present system in our time,
from 1 to 10 plus 2, after that you can go to college. After that you can go and join. But that time it was a system. В общем, раньше в Индии 10 классов было, сейчас 12. После школы, в общем, в колледж или еще куда-то учиться. И вот он был в общем, успешно сдал все экзамены. И его возрасте, в возрасте 11 лет, Махарадж чуть возвращается назад. И вот отец у него умер, когда ему было 11 лет. А когда 13 лет было, мать умерла. Он был одним ребенком, родственников тоже не было. Эти дальние родственники пришли, начали давить на него, чтобы он женился. Но в то время детей женили там 8 лет, 9, 10, ну, такого раннего возраста. Ну, что делать? Пришлось жениться ему. Ну, по крайней мере, чтобы родители жены его позаботились. Он никогда не хотел жениться, но пришлось, заставили его, что делать. И после этого... И вот он продолжал учиться. И вот успешно он сдал экзамены после этого. В общем, когда он сдал экзамен за 10 класс, он получил хорошие оценки, более 80% было этих успешных ответов. И потом пытался поступить в какой-то колледж, но с финансами было плохо, и пришлось ему прекратить учиться. Потом у него родились дети, тоже деньги на всех нужны были, что делать. И тем временем он почувствовал какое-то отречение после того, как отец и мать умерли, он почувствовал какое-то безразличие к миру. И вот он видел, его отец умер у него на глазах, мать тоже. И он подумал, что нет никакой стабильности и уверенности в этой жизни, и решил совершать баджан. Что делать, как делать баджан? Нужен достойный гуру. И вот он думал снова и снова, где же обрести гуру? Я за пределы своей деревни никогда не выходил. И вот он молился Шанкар Бхагавану день и ночь. О, Господь, дай мне гуру. И вот он чувствовал какое-то беспокойство.
огромную потребность обрести подлинного гуру, духовного наставника. И однажды во сне Шрила Прабхупад явился. И кто-то сказал, какой-то голос сказал, что это твой гуру. И вот во сне, когда Шрила Прабхупад явился с Данды, и кто-то, какой-то голос сказал, что это твой гуру. И вот он так проснулся, и он запомнил образ Шрилы Прабхупады, что он настолько милостив, что явился ко мне во сне. И где же его найти теперь? Он явился к нему во сне, но не сказал ни адреса, ни имени, как его найти теперь. И тем временем, когда он, пока он плакал, с утра рано, он был с брахманской семьи, забыл ему сказать, что в возрасте 8 лет он получил священный шнур, прошел эту самскару. Брахманское посвящение получил. И уже повторял вот эти стихи с этих священных писаний на санскрите. Повторял Брахма Гаятри. И тем временем кто-то постучал. Он открыл дверь. Кто-то пришел и сказал, показал. Вот вам фотографию прислали. Кто прислал? Кто-то прислал ему фотографию Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Он удивлен, что кто послал. Ну вот там кто-то там, какой-то преданный, из какой-то деревни послал меня, чтобы я вам эту фотографию отдал, но правда. Он вот открыл, ну, конверт какой-то он увидел, открыл конверт и увидел, что это изображение Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. И вот он выяснил, кто ему послал, быстренько собрался, пошел к тому, кто отправил. «Прабху, вы послали мне эту фотографию, да? Вы знаете его? Знаю. Я его ученик, правда?» Махарадж, ну, он спросил, знаете ли вы его? Да, что он мой гурудев, знаю, что правда, да, правда. Я видел его во сне, и я хочу встретиться с ним. Ну, подожди, в день Гуру Пурнимы я вот поеду к нему. Можешь со мной поехать. Мой гурупад Падмас Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати основал Шри Чайтанья Матха в Йогапитх. Он очень могуществен. Мы поедем, встретимся с ним. И вот, когда Гуру Пурнима, вот скоро уже, через пару месяцев, и в день Гуру Пурнима, и вот они поехали. Вот этот человек заболел, сказал, что ну вот я болею, не могу поехать. И что же делать, как я без него поеду? Ну, если хочешь, езжай без меня. Он решил самостоятельно поехать, хотя никогда не выезжал из своей деревни. И вот он сел на поезд, на электричку, доехал до Навадвипа, потом до Майпура доехал. И во время Гуру Пурнимы ну, как бы не спрашивают, зачем приехали, что вам надо там, и прочие глупые вопросы не задают. Всем как бы можно везде размещаться, жить. И вот он не знал, как
как заговорить с Силой Прабхупады, я вот он размышлял, как я могу подойти к такой возвышенной личности, подожду и посмотрю. И вот он слушал Харикатху, Шрила Прабхупад говорил Харикатху, Бхакти Сиддханта Сарасвати. И вот он думал, что такой маленький, незначительный человек, как он подойдет к нему, что скажет, как инициативу проявить. И вот он слушал Харикатху и после ходил вот по храму и думал, что же делать, как подойти к Гуру Падме. И тем временем, что случилось, он услышал, какие-то преданные обсуждают о том, что они получают посвящение, что в день Гора Пурнимы вот записывается на список кандидатов для получения харинамы. Тот спросил, сказали, что уже всех записали, места нету. А тут откуда я знал, что уже всех записали. Ну и вот не записали. И так иначе с утра он обнаружил, что все преданные побрились, чтобы получить харинам. Он тоже побрился, посмотрю, что будет, если Гурудев явился ко мне во сне, то и вот тоже может все произойти. И вот он. И вот он побрился, отдел двойки, вошел в очередь на получение харинама. И вот Шрила Прабхупад сидел в зале. И тем временем он думал, имени его нету в этом списке. И эти севак, вызвали по... Перекличка была по имени, называли имя, фамилию, просили подойти, ну и вот он думал, что делать. И тем временем Шрила Прабхупад, когда дал посвящение первому человеку, посмотрел на этого Шанкар-лала Мукхопадхьяя, спросил, ты хочешь получить харинам? Да. Иди, ну, сказал, иди сюда. Начали возмущаться, что в списке нету. Не знаем, откуда он вообще появился. И Шрила Прабхупада сказал, что мы не знаем вообще, кто он, откуда. Шрила Прабхупада сказал, что не беспокойтесь об этом. Это моя ответственность. Но чтобы никто не беспокоился, Шрила Прабхупада сказал, что его имя в прошлом листе было, поэтому... Не беспокойтесь, он дал харинам ему, и потом дикшу. И вот он был так вечно благодарен Шриле Прабхупаде, и потом после Гуру Пурнимы он находился в Чайтанья Матхе, слушал Харикатху, и в итоге, поскольку он был домохозяин, ему пришлось вернуться в свою деревню. И вот он повторил харинам, аник следовал всем правилам и предписаниям и думал, день за днем, о Гурудев, как я могу вырваться из этой ловушки семейной жизни, пожалуйста, спаси меня. И тем временем вот его дети выросли, подросли, и вот он думал, что же делать.
И вот он в один день решил уйти навсегда из дома, служить Шри Прабхупаде. И вот он ушел в Шри Чайтанья Махапрабху и сказал: «Прабхупад, примите меня, я хочу служить вам». И Шрила Прабхупада занял его в редактуре Надья Пракаш и прочих журналов. Его ум был очень остр. И Шрила Прабхупад дал ему ответственность за печать и издательство вот тех журналов и прочей литературы. И вот он, вот все были восхищены его служением, его остротой, его ума и прочими качествами, его характером. И вот люди ему давали какие-то деньги, чтобы для того, чтобы он, ну, из-за восхищения его личностью, и тому, как он пишет и что делает. Ну, пожертвования какие-то давали ему, в общем. Вот такие, не просил, а люди просто давали, он это собирал. Шрила Прабхупада не просил никаких денег и прочего. И Шрила Прабхупада спросил, почему ничего не просит. Тут сказал, что тут какие-то преданные что-то дают мне, поэтому я вас ничего не прошу. И вот Шрила Прабхупада благословил его. И тем временем эти люди с деревни решили, ну, вот этого Махараджа вернуть назад в деревню. Ну, то, что вот, как бы тут с деревни ушел, надо вернуть его. И вот они поехали в Калькутту, в Гаудия-миссию к Шриле Прабхупаде, рассказали, что его семья, что вот так и так, что семья бедная. Отец в возрасте 11 лет его умер, мать в возрасте 13, ни дядей, ни свати нет, никого. Вот он вынужден был жениться, сейчас у него жена осталась, дети маленькие, кормить надо, поэтому вот, давайте его назад. И вот они плакали, Сима Шрила Прабхупада, что сделал? Не хотя, Шрила Прабхупада написал письмо, что возьмите это письмо и идите к этому Брамачари. Брамачари, как звали, я забыл. Как-то так его звали. Какой-то Субхаджит или что такое? И после этого, и вот они пошли с этим Брамачари встретиться. В Чайтанья Матхи передали письмо, написанное Шрилой Прабхупадой. И Шрила Прабхупад написал: смотри, вот такое болезненное, такое плачевное состояние твоей семьи. Шрила Прабхупад написал: ты можешь вернуться. Он не написал, что должен вернуться, а написал, что можешь. Все вот эти односельчане пришли и вот рассказали эту историю, просят чем-то помочь.
И вот он начал вас... И он сказал, что если буду совершать баджан здесь, то все мои родственники обретут гораздо большее благо. А если вы меня заберете отсюда, то что я могу сделать для вас? И вот он очень так мягко, очень научно и значимо ответил, привел такие весомые доказательства, ну, что почему он не может идти, вернуться в свою деревню. И вот эти они вернулись назад в свою деревню, тем временем Шрила Прабхупад приехал в Майпур, увидел Субхавилас, это Брахмачари звали Субхавилас. О, Субхавилас Прабху, ты не вернулся домой в свою деревню, тот ничего не сказал. И Шрила Прабхупад обнял его. И Шрила Прабхупад сказал: я вынужден был написать письмо тебе, чтобы позволять тебе вернуться домой, но это не было желание моего сердца, как ты узнал об этом. Ты все еще здесь. Даже ты понял желание моего сердца и остался, и поэтому я благословляю тебя. Он был очень доволен им. И таким образом я хотел вам много сказать, но времени мало, есть еще другой Вайшнав, его тисхи сегодня, и вот он совершил служение с великим энтузиазмом, и Шрила Прабхупад был очень доволен. И вот когда Шрила Прабхупад ушел из этого материального мира, он 2 года еще жил в храме, и потом какие-то проблемы начались. Он решил вернуться, совершать паломничество. И я сейчас кратко расскажу. И вот он совершил паломничество по всей Индии и хотел к Шоути Госвами Махараджу. Он отправился, чтобы принять прибежище у него. И он там получил саньясу перед фотографией Шрилы Прабхупады. Саньяс мантру физически он получил от Бхакти Будды в Шрути Махараджа. И вот он начал проповедовать после принятия саньяса. И все люди, эти преданные, одна сельчане с эко-чакры попросили его открыть храм в их деревне. И вот он открыл там храм в Чинпаре. Это область эко-чакры. Бхагават-ашрам. И там он начал принимать учеников. В Бирбуме есть его храм, в Пурули, в Силигури. И вот он основал там храмы, начал совершать намасан-киртан. Он был очень могущественным, что когда он был дома, там была какая-то эпидемия. Холера. Множество людей померло от этой холеры, и они пришли к нему просить помощи.
сказал, давайте совершать санкиртан. Вот они начали нама санкиртан, и благодаря этой эпидемии он прошла. Однажды он отправился в храм в Даку, там был Мадхва Гаудимат. И возвращаясь, попал в аварию, лодка переплывали на лодке там реку, и циклон начался, эта лодка перевернула ее от ветра. В общем, капитан этой лодки, ну, как корабль там был, этот капитан сказал, что сейчас же ничего не могу сделать, давайте молитесь Верховному Господу, мы тут обречены на смерть. Был этот Субхаджит Прабху в этой лодке, повторил Харинам, все начали бегать, беспокоиться, орать. Но Субхаджит Прабху не беспокоился, повторил Харинам. Он говорит, ты тут человек или еще кто-то там? Тут все плачут, орут, молятся. Ты тут ничего не делаешь, даже не беспокоишься. А тут сказать, что толку беспокоиться? Так или иначе, все, что должно случиться, оно случится. Нет, у вас какая-то вера в Бога есть. Почему бы вам не помолиться Ему? В общем, начали просить, чтобы он за них помолился. Он сказал, хорошо, подождите. Там были хинду, мусульмане, и вот он сказал, давайте вместе повторять Махамантру. Ну, повторяйте за мной, Гуру из Гурудев и Гуранга Махапрабху, давайте повторять Харинам. И вот все начали Харинам повторять, даже мусульмане начали повторять Хари Кришна. И вот полчаса прошло, они повторяли, вот этот циклон закончился, вышло солнце. Из облаков все радовались, что вот спаслись благодаря этой молитве. И также сегодня, в этот день, день ухода в эти титхи, день ухода в 22 даши титхи. И вот он оставил этот мир. Он даже мой Гуру Махарадж очень любил его. И вот сегодня также Тирубав Титхи Бхакти Бодев Шраути Госвами Махараджи. Он, я кратко расскажу о нем. И вот он явился в Бакуре, в Чадна. В Бакуре, в Бакурском округе. И вот однажды в своей жизни, или два раза, ну, пару раз я был в Чагне. Это местоявление Бару Чандидаса, Видьяпати Чандидаса, может, кто-то слышал имя. И вот он родился там. И он, у него была фамилия Чадьопадьяви Чатурджи, Рамгопал Чатурджи его звали в предыдущем ашраме, он был образован.
он знал санскрит, хинди, английский, бенгали, ори, такой, пять языков как минимум знал. Если спросить его что-то на арийском, он мог ответить на хинди тоже, на английском. И вот он присоединился к миссии Шрилы Прабхупады в 1335 году по бенгальскому календарю. В 1335 году по бенгальскому календарю он присоединился к миссии Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада увидел его отреченность, вайрагью, и тем временем Шрила Прабхупада увидел, что он очень сведущ, знает веды, веданту, панишады. Он очень сведущ был в этих писаниях. Со своей предыдущей жизни, ну то есть он в предыдущих жизнях изучал веды, его самскары были великолепны, Шрила Прабхупада решил дать ему саньяс вскоре или через буквально два года он уже получил саньясу. И имя его было Бхакти Будда в Шарути Госвами Махарадж. Шрила Прабхупада дал ему ответственность по редактированию патрики, Бхагават патрики на хинди, ори, бенгали. И вот он был редактором на этих языках. И Шрила Прабхупада, он дал им служение в Патне, Лакноу, Аллахабадском, Гаудиамадхе. И вот Санатана Гаудиамадхи в Варанаси. И вот Шрила Прабхупада дал ему много ответственного служения. У него была большая голова, он был очень умен. Когда кто-то попросил его совершить церемонию установки божеств, ему не нужно было книги читать. Один Бхакти Будда Шрути Госвами Махарадж и Бхакти Гаурав Вайканас Госвами Махарадж, они оба занимались. Вот, когда они занимались основой этой призванием божеств, то они все эти мантры они помнили по памяти, им не нужно было книги смотреть. И вот большинство храмов, основанные Кешавом Госвами Махараджем, все вот эти призвания божеств совершал Бхакти Будда в Шрути Госвами Махарадж. А в храмах Шрилы Бхакти Дайта Мадхва Госвами Махараджа там этим руководил Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж или Бхакти Гаурав Вайканас Госвами Махарадж. И таким образом он служил Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада отправил его в различные места на проповедь. Он знал, что он очень могущественный, очень образован. И в итоге, когда Шрила Прабхупада ушел из этого мира, тот решил открыть в Джаргам Гурангаматх. Джаргам — это место около Татанагара.
В общем, от Калькутты там около несколько сотен километров. И вот Джаргам раньше был лес, потом город построили. Там Джаргамский инженерный колледж. И вот Бхактибодхи Шаути Госвами Махарадж, он не так много храмов основал. Вот один в Джаргаме, потом в Тата-Нагаре и еще несколько. Но большинство времени он читал и писал, и проповедовал, он говорил Харикатху. И все преданные, большинство из них просили приглашали его на призвание божеств и проведение яги и прочие такие обряды. Он также говорил прекрасную харикатху. У меня есть какие-то книги им написаны. И так или иначе, он был очень могуществен. Вот подумать, если как Шрила Прабхупада дал ему саньяс за такой короткий промежуток времени, Шрила Прабхупада мог понять, что он зрелый, он достиг такого отрешенности. И он, нельзя сказать, что он какой-то обычный человек. Если они не проповедовали на Западе, это не значит, что они чем-то меньше. О них проповедь в Индии была очень широка, они были прекрасные, преданные, они распространяли учение Шримана Махапрабху среди всех. Если они не ездили на Запад, это не мерило. И вот так или иначе, Бхактибодхи Шрути Госвами Махарадж родился в тот же день, когда родился Шрила Прабхупад в те же самые титхи в Маги Панчаме. И вот Шукла Панчами мы поклоняемся Сарасвати, а в темные Панчами мы поклоняемся Шри Прабхупаде. И вот сегодня тот день, когда он оставил это тело, оставил нас и этот мир, и мы молимся лотосным стопам Бхактибодхи Шрути Госвами Махараджа и лотосным стопам великого преданного Бхакти Маюка Бхагавата Госвами Махараджа, чтобы он благословил нам и помог, чтобы мы могли прогрессировать на пути нашего баджана. So, whole world, they have no idea about our Guru. И вот мало кто знает о нашей Гурварге. Очень странно, наша Гурварга столь могущественна, но мало кто знает о ней, и мы хотим прославить нашу Гурваргу, чтобы люди хотя бы знали о столь возвышенных преданных.